Здравствуйте. С прогнозом погоды на предстоящую неделю вас познакомит начальник службы гидрометеопрогнозов Дмитрий Рябов. На предстоящей неделе и до конца лета сохранится по-летнему теплая и комфортная погода. Во вторник погодные условия на территории Беларуси будут в основном определять область повышенного атмосферного давления. Лишь к вечеру в крайних юго-западных районах нашей страны скажется влияние фронтального раздела. Ожидается преимущественно без осадков. Лишь к вечеру местами по юго-западу Гродненской и Брестской областей небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха ночью плюс 10-16, днем 25-29, а в юго-западных районах 30-31. В среду через нашу страну будет проходить Западная Европа, атмосферный фронт, и поэтому местами по республике ожидаются кратковременные дожди и, возможно, грозы. Температура ночью плюс 10-17, днем 20-26. Далее власть над погодой возьмет очередной антициклон, и в четверг преимущественно без осадков, лишь ночью с уходящим фронтом в отдельных районах по северо-востоку республики возможны небольшие кратковременные дожди. Температура ночью 8-15, днем 22-27, по юго-западу до плюс 29. В пятницу ожидается без осадков, температура ночью плюс 9-16, максимальная днем 25-32. В субботу на фоне высокого атмосферного давления будет проходить такой очередной малоактивный атмосферный фронт, поэтому в отдельных районах республики возможны кратковременные дожди. Температура воздуха ночью 12-19, днем 20-27, по югу 28-32. И в воскресенье ожидается замечательная летняя погода, прогнозируется преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 9-16, днем 21-28, по юго-западу до плюс 30. Желаю всем хорошего, позитивного летнего настроения, удачи и берегите себя.